Францию. Ее почтенную женщину здесь на фронтесу. Кстати, что она делала в Иерусалиме? Знаете, почему он часто гость? У нее есть потрясающая дочь, Елена Макарова, которая пишет потрясающие монографии об искусстве в Терезе, науке в Терезе и так далее. Она использует переводы своей мамы в эти книги. Почему выгнали с переводами Ганоша Гофенберга, были сняты, и ей сказали, не морочь голову, дети так не пишут. Она их убедила, победила это все опубликовано. Я отойду с вашего позволения на свет, потому что я и одинок. Мне снятся обманные сны. Я одинок, все кровли вдали снесены. Я одинок, мчатся ужасы в черные тучи. Я одинок, мы обломки на водах кипучих. Я одинок, полыхают воды огнем. Я одинок, я упал на пороге чужого. Я одинок, в костях матька кожи. Я одинок, нет дыхания на бездорожье. Я одинок, расцветают розы в саду. Я одинок, я пачком рядом с тобой. Я одинок, потому способен понять тебя, а мой потом.